Здравствуйте. Очень рада видеть, потому что есть ряд вопросов, спасибо, которые я давно хотела задать, и мне кажется, что они интересны. Мы с вами всегда встречаемся с огромным удовольствием. Спасибо. Надеюсь, и этот раз. Надеюсь, что это взаимное. Это взаимно. Надеюсь, что наша беседа будет интересной в этот раз. Вот вы знаете, за всю свою журналистскую жизнь, а это уже почти 20 лет, я не помню, чтобы председатель Конституционного суда привлекал к себе столько внимания. Ну, конечно, особенно много критики, да, в последнее время, в связи с последними решениями Конституционного не суда. Ну, последние, я не знаю, год, по-моему, это как-то особенно отчетливо. Ну, человеку свойственно забывать негативные моменты, поэтому все припоминают только последние периоды времени. А на самом деле, все время, когда я находился в суде, всегда были голоса, которые имели критическое отношение к нашей юриспруденции. Но это нормально. Это правда. Это правда. Ну вот говорят, что когда две стороны о чем-то спорят, не бывает так, чтобы вот была всегда права одна сторона, а вторая не права. Были ли какие-то решения, о которых сегодня вот вы жалеете? Или вот вы считаете, что вы не до конца тогда были правы? Есть такие моменты? Ну, есть такие решения, где вследствие голосования, это же не я принимаю решение, это суд принимает, где вследствие голосования принялись другие решения, чем те, на которые я рассчитывал, и где я был в меньшинстве. Если бы я снова вернулся на исходную позицию, наверное, я имел бы ту же позицию и пытался бы убедить своих коллег, чтобы поддержать мою точку зрения. Но, к сожалению, есть и такие моменты. Но лично перед собой вот как бы всегда говорите, я чист, я поступал по закону, да? Ну, я всегда, я абсолютно. Ну, этот вопрос не только касается моего председательства в Конституционном суде, вообще я всегда считаюсь быть в ладах с самим собой. И это важный момент, иначе просто сложно жить. Ну, вот я прочитала все те претензии, которые в течение этих лет, да, значит, предъявлялись Конституционному суду, и особенно к вам. И вот один момент меня стал смущать. Вот вся та нелюбовь, вся та критика, которую люди обращали к вам, они распространяли на весь институт Конституционного суда. А на мой взгляд, это очень плохо. То есть репутация Конституционного суда. Вот не считаете ли вы, что в этом есть и ваша вина, в том, что так происходит? Я считаю, что это целенаправленная стратегия, подмена понятий. И для того, чтобы дискредитировать институт, не обязательно критиковать те акты, которые принимает данный институт. Достаточно создать в обществе впечатление, что института как такового не существует. Есть там всего лишь один человек. Маленькая такая проблема, и легче, конечно, легче атаковать. Потому что если мы начнем рассматривать те же претензии, которые выносились к Конституционному суду, и попробовать понять, что за это голосовал суд, конечно, мы поймем, что они абсолютно не обоснованы. А так все сводится к личностным качествам, к личностным претензиям, симпатиям и антипатиям. И создается впечатление, но это интересная компания, кто ее разыграл еще много лет тому назад, довольно интеллигентный человек. То есть вы знаете этого человека? Ну, слушай, конечно, мы же все живем... Назовите его. Это поздно уже. Нет смысла, в принципе. Это не столь существенно. Я просто хочу еще раз вернуться к самой проблеме, к сути проблемы. Это проверенная стратегия по дискредитации какого-то института власти, когда все сводится к тому, что института не существует, есть один человек. У меня всего один голос. Я отличаюсь от своих коллег только тем, что имею право подписывать какие-то финансовые документы, а с точки зрения процедуры перед Конституционным судом я не обладаю никакими дополнительными полномочиями. Так что я всегда готов спорить по поводу наших решений. Очень редко, когда я вижу какой-то квалифицированный анализ, и меня абсолютно не беспокоят какие-то критические оттенки. Это нормально. Я все-таки рад, что мы живем в более или менее свободной стране, где можно критиковать любой институт власти. И президента, и премьер-министра, и тем более решение Конституционного суда.
Я не очень поняла вот эту мысль, что кому-то выгодно очернять институт, сам институт конституционного суда, что это за люди, что это за человек, вы не хотите об этом говорить, вы знаете, вопрос не в людях, вопрос в том, что вообще у нас вот в нашей культуре политической Конституционный суд на самом деле он появился довольно поздно. На самом деле он так появился. Он как институционально он функционировал, он был, он там какие-то решения выносил, но никто его не замечал, потому что на самом деле суд был несуществующим. В год выносилось около десятка-полутора решений по абсолютно несущественным вопросам. У нас десятки есть решений, где суд просто уклонялся от того, чтобы ответить четко на тот или иной вопрос. Конечно, в момент, когда ситуация поменялась и суд начал работать, конечно, он стал привлекать внимание. Вы же понимаете, Конституционный суд аннулирует решение, которое исходит из политической среды. Ну скажите, ну кто может быть этим доволен? Вот парламент проголосовал какой-то закон, и, конечно, Конституционный суд аннулировал данный закон. Я отвечу вам на ваш вопрос, хоть вы сейчас и удивитесь, потому что я помню другие времена, когда были другие председатели конституционных судов. И я помню Конституционный суд под руководством господина Барбулата. Да. И я помню, что его решения, вы сейчас удивитесь, к ним с уважением относилась как власть, так и оппозиция. Вам скажу, были такие времена, когда в парламенте, вот я подходила с просьбой о комментарии, и очень многие лидеры и от власти, и от оппозиции говорили, решение Конституционного суда не комментируется. Знаете, это было такое уважение. Я хочу вас чуть разочаровывать. Дело в том, что тогда атаковали Конституционный суд так же, как и сейчас. Просто другая была публика, другая риторика, не было интернета и не было столько телевидения. А может, другой суд трибун. И председатель был? Нет, я не думаю. Ну, если посмотреть на юриспруденцию, пик напряженности он был. Я смотрю по статистическим данным, по каким мы именно запросам отвечали, в какой год и так далее. И это был 99-2000 год, пик. Угу. А в наши времена это получается 2015-2016 год, вот пик этих всплесков, вот этих эмоций. Как раз на время господина Барбулата. Его даже пытались президента тогда выдвигать. Как они его выдвигали? Другой вопрос. Это другой вопрос, но мне кажется, что вы заблуждаетесь насчет него. Знаете, в чем? Что вы считаете, что вот ему он не понимал, когда он шел на эту должность, что у него шансов практически нет. Он все понимал. Я брала у него интервью перед этим. Знаете, я был с ним хорошо знаком. Мы с ним общались. И вообще тогда работал с Конституционным судом. У нас был очень интересный проект, программа ООН по развитию. И он шел на это, и он рассчитывал, что за него проголосуют, как компромиссная фигура. И мы с ним не один раз обсуждали этот вопрос. И после этого, когда он уже вернулся к профессорской деятельности, отказался и закончил свой мандат, и это очень сильно на него повлияло. Тот факт, что не то, что не проголосовали, в конечном итоге это все-таки политическая игра, а что за него не проголосовало даже то количество людей, которые подписали его в движение. Это было просто неприлично. Хорошо, тогда разные с вами здесь сведения. Тогда я поставлю вопрос по-другому. И у меня более достоверный, можете мне верить. Если вы так уверены, то мне сложно спорить, потому что я тоже брала интервью как раз в тот период, и мы с ним говорили. Да. Осторожничают. Ну хорошо, пусть будет такая версия, тогда я поясню более четко. Вы знаете, мне кажется, было бы к вам меньше претензий, если бы все те решения, которые вы принимаете, практически все, которые спорные, вот которые у всех на слуху, они не воспринимались бы как решения в пользу власти. Ну, я хочу конкретно в пользу демократической партии. Ну, назовите мне одно решение в пользу демократической партии. Одно. Ну, например, кандидат последнее, согласно решению Конституционного суда, президент вынужден был общаться с парламентским большинством. Вы считаете, и у 99,9999 политологов сложилось такое впечатление, что это сделано в пользу именно того, чтобы мог быть выдвинут кандидат. Знаете, совету, да? Когда мы говорим о 99,9999 политологов, давайте мы будем реально смотреть, что у нас за политологи, кто обсуждает эти вопросы. Давайте я вам скажу следующую деталь. Во всех абсолютно странах абсолютно такая же практика. Нигде не существует такой практики, что президент, который избирается парламентом, мог бы распустить парламент, если тот не соглашается с его кандидатом премьера. Не существует такого. Это общепринятая процедура. Это один момент. Второй. Вы считаете, что президент, который избран парламентом, имеет право навязать парламенту своего премьера?
Вы считаете, что вот давайте отбросим тот факт, что у вас нет юридического образования, просто чисто логически будем размышлять. Вы считаете, что это разумно? Я считаю, что вы нет. Вы знаете, я не стану с вами вступать в такие, возможно, нюансы. Я не помню пунктов тех законов, да? И, ну, возможно, я не должна, но мы предлагаю вам пройти по известному принципу, посмотреть, кому это выгодно. И если мы посмотрим, что в конечном итоге парламентское большинство, которое настояло на своем кандидате, кому это было выгодно? Демократической партии. Ну, вы знаете, демократическая партия не обладала парламентским большинством. Ну, вы понимаете, это само парламентское большинство на сегодняшний день ставится под сомнение. Давайте одну деталь вам. Но когда мы увидим, кто проголосовал за это правительство, мы увидим... Абсолютно разные проголосовали. И либерал-демократы бывшие, и либералы, которые... А вы знаете, дело в том, что автор данного обращения в Конституционный суд, он потребовал у суда, чтобы суд интерпретировал норму Конституции таким образом, чтобы право выдвигать премьера не было за большинством парламента, а за партией, которая получила бы большее количество голосов. Вот если бы мы решили таким образом, тогда можно было обсуждать и рассмотреть, какая партия обладает большим количеством голосов. Хорошо, тогда вот я вам привела пример, что выиграли демократы, окей. Привожу второй пример, знаменитое решение по поводу господина Филата. Да. Вот демократы не скрывали, что не хотят его на посту премьера. Ну, было принято решение, тоже в пользу демократов. Ну, у нас такое. Тоже в пользу демократов. Ну почему против? Нет. Дело в том, что обращались, давайте, мы снова должны к фактам прибегать. Давайте. Мы все-таки обсуждаем серьезные вещи. Дело в том, что данное обращение подали либералы и либерал-реформатор в Конституционный суд. Это не демократ. Когда мы вынесли данное решение, все, конечно, нас критиковали, но дело в том, что в конце 2015 года абсолютно те же люди, которые нас критиковали, потребовали от президента Тимофти, чтобы воспользоваться этим решением, чтобы не назначить другого кандидата. И господин Тимофти воспользовался. И никто и не вспомнил о тех критиках, когда были выдвинутый в адрес Конституционного суда в 2013 году. Я не говорю о критике Конституционного суда, я смотрю по конечному итогу. Я не думаю, и что конечные факты, вот те, как я излагала, они таковы. Вы видите демократов, я не вижу демократов. Я вижу демократию в целом. Я считаю, что это правильное решение. Вы видите у нас большую демократию? Нет, выигрыш от данного решения была демократия в целом. Окей. Вы знаете, Литовский Конституционный суд... Давайте я вам такой пример приведу. Приведите. Литовский Конституционный суд принял примерно такое же решение по импичменту бывшего президента Паксаса. И они решили абсолютно тот же подход был, потому что наше решение не единственное в своем роде. И согласно решению Конституционного суда, было запрещено бывшему президенту вообще по жизни когда-либо участвовать. Да, да. У нас этого не было. Обратились в Европейский суд по правам человека и господин Паксас, и господин Филат. Господин Паксас выиграл дело, а господин Филат проиграл дело. Говорит о том, что наше решение абсолютно законное и правильное. Я еще раз говорю, что я попыталась посмотреть с точки зрения, кому это в конечном итоге было выгодно. Вы не хотите так. Это ваше право. А вы знаете, хорошо. Я скажу вам, кому это выгодно. Хотите? Я думаю, что это выгодно демократии в целом. А что касается решения прошлогоднего, это выгодно стабильности. Это ненормально создавать очаги, которые позволили бы шантажировать парламент. Мне кажется, что вы, как председатель Конституционного суда, не должны вот сейчас вообще такими аргументами. Потому что для вас это есть одна икона. Это абсолютные свойственные аргументы для всех конституционных судов. Пожалуйста, возьмите любое решение. Нет, вы должны пользоваться не тем, как вы чувствуете демократию. Вы должны пользоваться исключительно нормами закона. Нет, нормами Конституции. Это неправильно. Ну хорошо. Тогда... Я вам скажу, как работают все конституционные суды в Европе. Это абсолютно неправильное восприятие. Конституционные суды интерпретируют Конституцию. Это философия, это и право, да, и философия, и подход к вопросам, что такое демократия и что такое стабильность власти. Власти это исходит из личного понимания. Знаете, данных процессов. Знаете, что такое демократия? Демократия – это верховенство закона. То, чем вы, собственно говоря, должны заниматься. Ну, вы знаете, это спорный вопрос, я вам скажу. Верховенство закона. Есть много, много есть интерпретаций власти... демократии. Но мне вот это, например, очень нравится. Людмила, это неправильный подход. Давайте я все-таки поправлю вас. Дело в том, что в Советском Союзе тоже было верховенство закона. Смотря какого закона, понимаете? И вообще мы в последние где-то 8-10 лет так присутствуем пассивно при очень опасном подмене понятий. Если вы помните 90-е годы, философия, которая, в принципе, как-то она олицетворяла демократию, это были права человека. А теперь вот легко-легко мы от этого отошли. И начинаем превращаться в другую религию. Религия
верховенство закона. Я согласен, но что такое закон? Если мы завтра примем закон, согласно которому мы ведем смертную казнь, мы будем считать, что у нас есть демократия, если мы будем применять эту норму? Потому что все эти вещи не очень относительны. Вы сейчас, да, вступаете на зыбкое поле, потому что вы пытаетесь поле. Сейчас сказать, что любой закон можно интерпретировать в зависимости от того, кто и как, и чего нет, хочет. Нет, я этого не говорил. Так получается? Не совсем. Ну ладно, хорошо. Раз мои аргументы вам не показались убедительными, вы их прекрасно слышали и даже не смогли парировать ноги. Я хочу сейчас, чтобы к нашему разговору подключился, я думаю, человек в авторитетности которого вы не станете сомневаться, это экс-председатель Конституционного суда. Нет, я не буду говорить с экс-председателем. Господин Пушкаш, а не надо говорить, вы послушайте, что он сказал. И комментировать не буду, вы можете зачитать, я просто промолчу. Я зачитаю, что он сказал. Становится очевидным, что Конституционный суд принял решение от 4 марта, превысив свои полномочия, и он может быть возвращен в конституционное поле только парламентом. Отметим еще, что создав новую конституционную норму, суд нарушил принцип правовой определенности, тем самым, на наш взгляд, ставя под сомнение государственную работу последних 15 лет. Вот жесткий такой комментарий. Вы его примете к сведению? Это глупый комментарий. Этот комментарий мог сделать человек, который не читал решение Конституционного суда. А вообще я не считаю возможным вступать в какую-то полемику с данным господином. Абсолютно не считаю возможным. А почему? Это абсолютно непорядочно строить свое существование только на то, чтобы обливать грязью институт, где он где-то работал. Во-первых, я вам хочу сказать, что он не был представителем Конституционного суда избранным. Никогда никто его не избирал. Трое судей жестко всегда противились его избранию. Они просто потянули жребий, это официально запротоколировано. Это первый момент. Никто не слышал о данном господине и ни об одном решении, которое было бы вынесено в момент его правления Конституционным судом. Вы можете мне хотя бы одно назвать? Ни одного. Я знаю, что у него всегда было особое мнение. Вы об этом слышали? Я прекрасно знаю, что за особое мнение. Я хочу вам сказать, что он существует в данной ситуации, в публичном, только в публичной сфере, только потому, что обливает грязью своих бывших коллег. Я тут грязи не увидела, честно. Он как раз юридическим языком объясняет, что нарушен принцип правовой определенности. Он не говорит каких-то грязных слов. Нет, звучные какие-то слова соединит воедино, это еще не значит... Знаете, как строить умное лицо еще не значит быть умным человеком. Поэтому я считаю, что это абсолютно неприемлемо. Неприемлемо. Я не знаю другого случая нигде, не только в Европе, да даже в бывшем Советском Союзе, где бывший член суда занимался бы такими вещами. Нет такого. Поэтому я не считаю возможным не то, что полемизировать, вообще каким-либо образом реагировать на данные вопросы. Если данный господин говорит о том, что затрагивает принцип правовой неопределенности, значит, он не читал данное решение. Вы так откомментировали. Это ваше очень, право. Это очень дипломатично еще. Это еще очень дипломатично, я думаю, что да. Вы знаете, вот вы сейчас так отреагировали очень эмоционально на высказывание господина Пушкаша. Вы почувствовали эмоции в моем голосе? А я попыталась, очень много эмоций. Я вот пыталась сейчас как-то понять, почему так это происходит. Вы говорите, вот вы помните хоть одно решение? Да, я помню. Назовите мне одно. Я даже помню, было одно решение, благодаря которому на сегодняшний момент, вот вы сейчас говорите, я тут не аргумент, вот этого я не хочу, а вы спорите сами с собой. Вы сами для себя аргумент? Я не совсем понял суть вашего вопроса. Поясняю. Вот когда рассматривали статью ту самую, 78-ю, в 2011 году, я подняла материал. И что? Вы были тоже в составе Конституционного суда. В 2011 году? Да. Какую статью? 78-ю. Просили там в очередной раз. У нас было раз, 6 или 7 решений. Которые... В очередной раз. Вам зачитать какую из них дело констатирующую часть документа? О чем идет речь? Да. Авторы обращения просят учитывать в ходе толкования конституционных положений статьи 78. Следующее. Обстоятельства, на которых основывается обращение, которые возникли в результате изменения статьи 78 путем принятия закона от 5 июля, проект которого, одобренный Конституционным судом, предусматривал избрание президента Республики Молдова большинством голосов избранных депутатов, однако впоследствии депутаты внесли поправки к закону и повысили этот порог до 3/5.
Это не первое вообще. Подожди, да, так это же общие нормы вы читали. Я констатирую еще часть. Вы все, что нашла, да? Нет, и мотивировали, кстати, ту же ситуацию, которую рассмотрел Конституционный суд в своем решении о 4 марта. Вы имеете в виду решение, если вы ссылаетесь на это решение в 2011 году, был один запрос по поводу интерпретации Конституции, который бы позволил определить другое большинство. То есть, вы занимались 78-й статьей Конституции? Вы ее рассматривали? Ее рассматривали 10 раз. А почему тогда вот вы не... Вот господин Пушкаш, например, у него было особое мнение по поводу статьи 78. А у вас тогда вопросов не было. А кто вам сказал, что у меня не было вопросов? Вы же не знаете, как я голосовал. На самом деле мы с Пушкашем... Нет, я знаю. Тут как раз особое мнение только у господина Пушкаша. Дело в том, что по этому решению было два голоса. За голосовал я с Пушкашем, а остальные голосовали против, поэтому не прошло. Но у вас тогда не было сомнений, вот, которые появились у вас 4 марта? Но это другая проблематика. Мы здесь говорим о том, что в данном решении идет речь о установлении другого большинства, чем то, что предусмотрено Конституцией. Значит, это вы парламентским... в целом принимали все-таки ту модель, когда она была проголосована, но не согласны были с моментом это большинства. Это разные проблемы, поэтому вообще невозможно сравнивать. Но вы пытаетесь сейчас, Людмила, разделить килограммы на километры. Я не пытаюсь килограммы, я понимаю так. Если человек рассматривал один раз 78-ю статью, 78-я и она большая, у него не вызывала это тогда, процедура ведь вызвала у вас, да? Так, нет, это разные вещи, абсолютно. Хорошо, вы здесь путаете, хорошо, это ладно. Вещи. Я просто ради справедливости хочу сказать еще, что статью 78 Конституционный суд рассматривал несколько раз. Больше. И вы своим решением, да, в принципе, как многие юристы сегодня говорят, давайте я скажу еще тоже нарушили... пару слов, а то вы сами говорите утверждение, потом сами же его комментируете. Да нет, я не комментирую, я просто хочу понять, к чему. 78 статья, там есть много положений. Да. И когда есть какие-то неясности в процессе применения, обращается в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд интерпретировал данные положения. То, что вы говорили в 2011 году, был запрос по одной проблеме, если возможно парламентским путем снизить количество голосов. Суд сказал, что невозможно, хотя, конечно, были разные мнения, мы долго спорили на этот счет. В марте 2016 года мы обсуждали совсем другую проблему. Проблему введения поправок в Конституции и Конституционным законам. Это абсолютно разные вещи. И говорить о том, что и там есть 78 цифр, и здесь 78, и попытаться сравнить, но это просто не то, что неправильно, это неправильно. И это абсолютно несравнимые вещи. Я выслушала ваше мнение, теперь объясню, что я имела в виду. Вот когда суд уже несколько раз рассматривал, не только с вашим участием, эту самую статью, и вот решение, ну вы не всегда были председателем, я понимаю. Решение от 4 марта. Вот многие юристы говорят, что вот этим своим какие решением юристы? Вы мне не скажите, не какие, только... я вам скажу, если смогу прокомментировать. Ну, многие, вы знаете, есть люди, которые ни разу не читали ни одного решения Конституционного суда. Тем знаете, не какую является я юристом. Заметила особенность? Если есть мнение, которое вам не нравится, вы тут же говорите, что эти люди не читали, нет, не знают. Нет. Назовите мне человека, чье вот мнение хотите, чтобы я прокомментировал. Вот Изидис сейчас фамилию не вспомню, человек, вы тоже с ним очень сильно спорите. Не очень сильно спорили. Я читала вот ваш комментарий, вы на него в комсомолке. Вы сказали, что его мнение... Я в комсомолке не видел, на самом деле я не... Интервью давали. Вы там еще назвали наш парламент. Ну, я найду сейчас. Это не в комсомолке, я вообще в Уприм давал. Может быть, они перепечатали. Ну, да, в том, что перепечатали, абсолютно точно. Да. Здесь, возможно, вы правы. Соглашусь. Я хорошо. Однозначно прав здесь. А вы всегда однозначно прав? Нет. Когда я не прав, я полностью не прав. Когда однозначно прав, я однозначно прав. Я всегда уверен в своих утверждениях. Или это да, или это нет. У меня нет... ситуации, чтобы я сомневался. Если сомневаюсь, я скажу, человек. Что... Хорошо. Вот кроме подыгрывания демократам, на но самом деле... Ну, это ваше мнение. Я не согласен с тем, что кто-то кому-то подыгрывает. По моему мнению, когда вы подыгрывали демократам, появился еще ряд обвинений в ваш адрес. Возможно, сейчас уже не совсем мое мнение, но я прошу вас прокомментировать. Вот смотрите, у нас же был такой прецедент в отношении господина Пулбери. Вот какой? Его обвинили. Там было много обвинений, да, в его адрес. Вы господина Пушкаша спросите, почему господин Пушкаш проголосовал. Я не спрашиваю, почему. А не вы его спросите, у вас близкие отношения, чувствую. Вы его спросите, вот почему он проголосовал за отставку господина Пулбери. А я не хорошо, буду это комментировать. А я не хочу, чтобы вы комментировали отставку господина Пулбери. Я хочу понять, насколько ваши политические взгляды с вашей позиции лично, вот как считают. Опять же, вот из множества комментариев, ваши политические взгляды, они берут, я не знаю, верх над вашими рассуждениями, над вашей работой. А почему за господин Пулбери?
Я просто помню, что его одна из формулировок, когда его снимали, говорили о том, что он вот свои политические взгляды, свои комментарии ставил, значит, во главу угла. Нет, и после пару неосторожных слов вот случилось то, что случилось. Господина Пулбеля отправили в отставку. Там, конечно, господин Пушкаров вам может рассказать все детали, потому что я с господином Пулбелем работал очень короткий период времени, поэтому, в принципе, мой голос был не важен в данной ситуации. Но его отправили формально в отставку за то, что он объявил о том, что все законы, которые будут приняты Конституционным судом после 1 сентября, по-моему, я число не уверен, что правильно сейчас запомнил, будут являться неконституционными. Знаете, что бы это влекло? Это влекло бы заявление об отводе господина Пулбеля со всех дел, которые были бы поданы в суд. Я до конца расскажу. Да, я понимаю, да, вы с юридической точки зрения, я, наверное, правильно говорите. Другой здесь нету, кроме юридической. И это обозначало, что председатель Конституционного суда не смог бы участвовать ни в рассмотрении ни одного дела после данного числа. Вот какова была формулировка. Поэтому я вообще не понимаю, в чем... Я вам объясню. Вот да. Вы дослушали до конца вопрос. Ну, в обществе тогда четко сформировалось, вот знаете, такое впечатление, что человек близкий к коммунистам, вот есть у него взгляды, и тогда это было воспринято многими так. Вы же говорите, что всегда у нас во всем политизация идет. Почему здесь близость к коммунистам? Хорошо. Это вещи... Я хочу понять, вот говорят, что ваши решения основаны на ваших политических взглядах. Вот, например, говорят, что господин Танасы унионист. Вы унионист? Не, ну кто говорит? Вы знаете, я в абстрактном... Я вообще не люблю комментировать абстрактные заявления. Вот говорят. Кто конкретно говорит и что сказал, я попробую прокомментировать. Вы слышали о том, что многим людям не нравится то, что члены Конституционного суда еще и граждане Румынии? Слышали у нас такое? Половина страны граждане Румынии, и еще другая половина имеет российское гражданство. Вы слышали такую критику в свой адрес? Да, я слышал. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, ваши политические взгляды. Вот вы унионист? Ну, давайте так, вы меня спросили про гражданство. Я вам отвечу про гражданство. Да, хорошо. Есть решение Европейского суда по правам человека, которое определило, что любой закон, который... запрещает двойное гражданство или тройное и так далее, и противоречит Европейской конвенции по правам человека. Вследствие данного решения Европейского суда было изменено все молдавское законодательство, и данные запреты были убраны, потому что мы являемся членами Совета Европы, и мы обязаны исполнять решение Европейского суда. Я же не говорю, что вы нарушили закон, или, боже упаси. Я так пытаюсь в чем понять, же вопрос? Вот люди копаются в этом дальше и говорят, что господин Танасы унионист. Вы унионист? Я не знаю, мне никто об этом не говорил. Вот вы мне первый об этом говорите. Что говорю? Я спрашиваю вас об этом, и у вас нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, а что такое унионист, скажите мне, человек, пожалуйста. Который выступает за объединение Молдовы. Вы видели когда-то какое-то заявление мое, чтобы вы могли бы сделать данные выводы? Нет, но мне интересен ваш комментарий сегодня. Вы знаете, а почему же вы меня спрашиваете? Потому что я журналист. Знаете, я считаю, что каждый человек имеет право на свои убеждения. Безусловно. На свой взгляд. Безусловно. Каждый человек имеет право на свою... точку зрения и по геополитическим вопросам. 100%. Важно то, как данный человек, если он попадает в какую-то должность, он выполняет свои обязанности. Абсолютно точно. Я вам хочу сказать одно, что всю свою активную жизнь я посвятил Республике Молдова. Всю свою активную жизнь. Это более 20 лет. Угу. Я во власти мало времени, около 6 лет. А до этого, будучи в оппозиции, и все мои действия... Да, и адвокатом, и все остальное. Да, у вас поэтому, карьера по восходящей развивалась. Вы меня спросили по поводу унионизма. Да. Я предпочитаю вообще не обсуждать гипотетические вопросы. То есть вы не хотите отвечать на этот вопрос? Нет, я отвечу на любой ваш вопрос. Но в данной ситуации вы мне предлагаете обсуждение очень гипотетической, несуществующего сценария, который, в принципе, разрабатывается только нашей... Я не спрашиваю, мне просто интересно. Вы знаете как? Мы же все люди, у нас у всех есть политические взгляды. Вот господин Шалару, например, наш министр, он говорит, что он имеет право на политические взгляды, что он имеет право. Я просто вас тоже спрашиваю, какие у вас политические взгляды? Вы унионист? Вы не хотите отвечать? Нет, ваше политическое кредо. Я вам отвечу всегда. Вот примерно наш разговор к этому сводится. То есть, нет, наш разговор сводится с тому, что вы мне сейчас говорите. Я не хочу об этом говорить, и все. Нет, я не политический деятель. Поэтому я не считаю нужным обсуждать. Тогда поясняю, почему этот вопрос возник. Давайте. Если вам интересно. Это очень интересно. У нас, знаете, вот сейчас действительно общество поляризовано, если так сказать правильно. С момента создания страны у нас всегда идет поляризация. Верно.
Вот, знаете, и эта тема, она стала как-то у нас, я не знаю, ну, наверное, топовой в последнее время. Неспроста. Потому что... Вы думаете, что она топовая? Да, конечно. И просто вы не открывали газет давно, не листали. У нас унионизм, особенно после марша, в преддверии и после. Ну, прямо это везде как бы все это обсуждают. У нас есть ведение такое структурное, что мы можем сделать? Я вам, да, я вам сейчас скажу. Согласно последним опросам, у нас вот есть 20% граждан, которые могут сказать, вот в отличие от вас, да, угу. Я унионист. У нас все граждане нашей страны имеют право. Я же не говорю, что они не имеют, что вы со мной сейчас спорите. Я же не говорю, что они не имеют права. Я просто говорю, что есть такие. Да? А согласно последним подсчетам, есть 80% получается, которые себя унионистами не считают. И, знаете, они очень переживают. А знаете почему? Почему? Именно по вашему поводу. По моему? Да. А по я-то здесь при чем? А вот вы при том. Они, знаете, они говорят так. Мы живем в стране, где Конституционный суд... может в любой момент принять какое-то решение. Я вам соцсети покажу, обещаю. Не, ну соцсети, вы мне это фейковые. Я считаю. Ну почему фейковые? Ну вы мне предлагаете сейчас комментировать то, что он пишет на заборе. Дмитрий Чубашенко. Нет, Дмитрий Чубашенко написал смешной комментарий, что наш Конституционный суд может в один день все пересмотреть. Например, отменить пакт Молотова-Риббентропа. Он пошутил. Ну, не запретить, невозможно человеку запретить шутить, но это же было нормально. Я уже назвала конкретного человека. Который так считает. Чтобы я шутку прокомментировал, ну тоже как-то. Ну вот я давай просто тоже шуткой отвечу. Ответьте. Вот я не могу прокомментировать то, что написано на заборе. Если есть какие-то комментарии конкретного лица, который не имеет что-то сказать, я, конечно, с удовольствием на это поговорю. А так? В отношении вот этих комментариев, да, которые вот действительно появляются и в соцсетях в том числе, да, вы же тоже пользователь соцсетей, да. Я знаю. Я вообще реагирую в соцсетях только на комментарии людей, с которыми лично знаком, и для меня, чтобы их мнение что-то значило. Потому что если просто есть какое-то имя Пупкин Иван Сергеевич назвала вот имя, конкретный был комментарий в отношении Димы Чубашенко? Да. Ну, да, он хороший журналист. Я, когда он работал в «Молдавских ведомостях», я его читал с большим удовольствием. И вот как бы многие с ним согласились в том самом посте, потому что они говорили. Вот скажите, пожалуйста, что вы можете сказать этим 80%, да, людей, которые переживают, думают, что может быть какое-то законодательное решение вне их воли принято? А как вы думаете, что это возможно? Вы мне предлагаете сейчас очень странную гипотезу обсуждать серьезным образом. Вы сами сказали, что их 80%. Да. Невозможно. Да. Никакое объединение, если 80% населения этого не хочет. Замечательно. Что замечательно? То есть, что вы это говорите. А зачем? Это уже очень важно. Вы меня этого не знали, что ли? Нет, я очень много версий выслушала. Например, госпожа Гуцу... Госпожа Гуцу говорит, что вот никакого референдума даже при этом Людмила, не будет. Людмила, ну свободная страна, каждый имеет право говорить то, что он хочет. Ну в чем проблема, что человек говорит? Но я сегодня хочу услышать вас. Вот я вам скажу свою точку зрения. Скажите. Республика Молдова будет существовать как независимое государство без никаких объединений, то ли на Запад, то ли на Восток, столько времени, сколько граждане Республики Молдова захотят сохранить это государство. Это действительно ко всем странам. Угу. Если в один прекрасный момент большинство подавляющее граждан скажет, что мы не хотим больше этого государства, оно перестанет существовать. То есть все-таки референдум? Зачем референдум? Ну а как подавляющее большинство скажет? Слушай, согласно Конституции, конечно, референдум. Да. Я другое хочу вам сказать. Это очень глупый сценарий. Это гипотетический сценарий. И, к сожалению, мы вводим людей в возбуждение, обсуждая такие вещи. У нас есть более серьезные проблемы. Вы слышали, чтобы люди опасались по поводу нашей системы здравоохранения, да, по поводу слышала, системы образования? Ну, слушай, все боятся, а я вам скажу все. Просто людям пустышки подбрасывают. Главное, чтобы поляризировать общество, чтобы разного рода шарлатаны могли набирать голоса во время выборов. Вот, в принципе, вся суть. Что я всегда квалифицировал, что вот эти все крайние движения, что справа, что влево, что на восток, что на запад, это люди, которые умело манипулировали электоратом для того, чтобы получить личную выгоду электоральную. Есть и такие. Нет, это я думаю, что это подавляющее большинство. Вот здесь даже не стану с вами спорить, потому что такие есть, и я их знаю. Вы знаете, и вы их помните, знаете. Юрий Иванович? Юрий Иванович защищал кого? Помните? Да? Да. Молдаван от русских. Да, был Владимир Николаевич, который русских от молдаван. И они довольно неплохо уживались. И 10 лет вместе правили и получали от этого хорошие барыши. Поэтому я считаю, что мы должны просто повзрослеть. И в один прекрасный момент начинать обсуждать, даже если есть какая-то полемика в обществе, обсуждать фундаментальные проблемы и реальные проблемы. То, что люди выходят
на 9 мая с георгиевскими ленточками, и половина населения этим недовольна. Потом 27 марта другая половина населения недовольна. Мы должны свыкнуться с тем, что всегда будет так. Таково наше общество. Мы такие. Мы, не нас... хочется, чтобы всегда, честно вам скажу. Я думаю, что что-то изменится в какой-то перспективе, но в принципе мы такие, и мы должны с этим жить. И мы должны пытаться ладить друг с другом, да. Общаться. Золотые... Вот здесь образом... подписываюсь под каждым словом. Ну, не вот хотите не говорить... Да, я очень справедливый человек. Ну, в отличие от вас, я не говорю, что я вот здесь безапелляционно права. О другом референдуме тогда вас спрошу. О том, который, судя по всему, не состоится. Какой из них? По решению ЦИКа. Вот подписи, которые собирала платформа, да, ну, да, вы видел. Не можете не быть в курсе, вы наверняка знаете. Я видел, я тоже смотрю. Есть решение Центральной избирательной комиссии, которая отклонила. Да, вот ну, эти... наверное, у них были свои аргументы. Я решение ЦИКа вы не читал. Вы их не видели? Решение ЦИКа не читал. Я, по-моему, не знаю, не его опубликовали. Не знаете, в чем там дело? Ну, там я дело видел в подписях. По телевидению, но решение ЦИКа я не читал, поэтому мне сложно сейчас. Но я думаю, что у них были какие-то аргументы, разве ну, нет? Ну, были, конечно. Они обратились, понимаете, когда этот закон принимался по количеству подписей, у нас были жудецы, да? А потом у нас появились районы. Ну, не понимаете, так. Да. Ну вот я вчера у меня в эфире по этому поводу не люди спорили, как бы объясняли, что Жудеца в Конституции никогда не было. Ну мы же, но когда принимали решение Альянс за демократию и реформу, вы помните, что это были был такие? Закон. Да. Но дело в том, да. Что сбор подписей проходит не по органическому закону, а по конституционной норме. Она в принципе та же с 94 года. Я имею в виду по поводу процедуры с каждого населенного пункта, сколько нужно собирать подписи. Они собрали 400 с лишним тысяч, но этого оказалось недостаточно. Знаете, у вас есть одна фраза, мне она импонирует. Вы какая говорите, что есть буква закона и дух закона. Нет, они вместе существуют. Ну да. Это невозможно их разделить. Буква закона и дух закона. Чтобы понять букву, нужно понимать дух. Да. Вот очередность такова. Вот вы это говорили. Да. И я хочу спросить по поводу вот решения ЦИКа. Соблюли ли здесь и букву, и дух, когда отказали? Ну, я не читал данного решения, откровенно вам скажу. Я видел по новостям, что ЦИК вот я удивлена. Думала, что вы будете в курсе. Я не читаю ЦИК, то, что ЦИК там... Если, только в том случае, если они к нам приходят, ну, согласно закону, имеют там какие-то процедуры перед Конституционным судом. А если мы будем говорить с вами о духе закона, я вам могу объяснить, из чего исходит положение Конституции, которое обязывает собирать в большинстве... субъектов второго уровня, я не знаю, как правильно перевести по-русски. Я думаю, поняли мы. Да. Дело в том, что любая инициатива по изменению Конституции, она должна исходить от представительного количества граждан. Ну, невозможно в Кишиневе собрать 400 тысяч и изменить для ВГУЗа в Конституцию. Это было бы неправильно. То же самое, что было бы неправильно собирать только в определенных местностях. Поэтому Конституция, в принципе, говорит, что нужно в половине населенных пунктов второго уровня. Вот из чего, вот в дух закона, в чем... Ну вот смотрите, люди 400 тысяч сказали... Я о духе сейчас уже плавно перехожу, потому что времени у нас не так мало. 400 тысяч человек сказали свое мнение, что они хотят этого референдума, что они хотят вот этого, там же не только вопрос о всенародном. Получается, ну, что... два вопроса осталось, получается, что... Мнение этих людей, оно просто за бортом, знаете? Нет, я абсолютно с вами не согласен. Да, я думаю, что... почему вы считаете, я объясню, что, любая, что нет? Любая процедура должна основываться на законе, тем более процедура изменения Конституции. Ну, конечно. И я вам скажу, где, в принципе, у нас, когда произошла проблема. Проблема произошла в 2010 году, когда Конституционный суд разрешил изменение Конституции через референдум. На самом деле наша Конституция не предусматривает такой возможности. Данную возможность ввел Конституционный суд. Это очень, ну, скажем, смелое решение было в то время. Смелое решение, я вам скажу. И хотя все его критиковали, даже есть рекомендации Венецианской комиссии, которая говорила о том, что не нужно прибегать к этому инструменту. Вообще не нужно менять Конституцию через референдум. Это очень тонкая материя, где нужно очень тонкое понимание политического процесса. И парламентский путь, он всегда лучше. И когда ввели вот данный инструмент, конечно, политики попытались им воспользоваться, но им нужно пользоваться только,
только исходя из положения закона. Если в законе написано, что нужно собирать в таком-то количестве населенных пунктов, значит, нужно соблюдать данные положения. То есть вы считаете, что и дух, и буква здесь соблюдены? Нет, я не считаю, потому что я не читал решение ЦК. Хорошо, раз не читали, тогда нет смысла нам полемизировать, потому что... Логику данного конституционного положения. Я понимаю, но я вам попыталась и свою логику как бы здесь... Я согласен с вами, это большое количество людей, мнение которых... Вы понимаете как? Это не первый раз у нас. Если вы помните, у нас уже была попытка, собрали 220 тысяч голосов. Ну, я, будучи тоже членом партии, мы тоже собирали голоса, тоже и по тоже этой же теме. Да, и мне кажется, что это опасно, когда вот уже любая власть, которая приходит, да, она, в принципе, не считает для себя... Более опасно, если допустить мысль, что можно менять Конституцию раз в год, как захочется. Поэтому я думаю, что здесь нужно все-таки найти вот золотую середину. Скорее всего, у нас есть обращение в парламент, чтобы они все-таки... законом отрегулировали, как нужно проводить конституционный референдум. Вы же не верите в этот парламент, господин Тенас. Я верю. Вы его назвали политическим сборищем. Я не парламент назвал сборищем. Парламент. Нет, это не парламент, это большинство, это другое, абсолютно разные вещи. А какое большинство? Я никогда в жизни не мог бы высказаться по поводу института парламента, что это сборище. Я вообще это слово не употребляю. Скорее всего, перевод. Не то, что перевод, подмена. Слово «сборище» мне не свойственно. Ладно, хорошо. И это был важный момент, потому что вы не знаете, но это слово очень не понравилось очень многим в адрес парламентариев. Но я его не говорил. Это в том же самом интервью агентства ИПН. Нет, я вам вышлю интервью, вы его увидите. Ловлю вас на слове. Это будет интересно посмотреть. Я просто господину, к которому обращался, объяснил, что данный промискуитет, есть вот такой термин, который есть в парламенте, это институт, который определяет систему существования, социального сосуществования без никаких правил. Вот что я имею. Смысл данного вообще термина. Вообще слово промискуитет, оно такое не очень, но исторически, знаете, другие под себя. Ну, это конституционный термин. Хорошо, ладно. Ваш мандат председателя Конституционного суда, он когда истекает? Ну, я до конца его, наверное, не доведу, потому что он истекает позже, чем истекает мой мандат судьи. И когда получается? Ну, сколько вы будете работать? В апреле месяце заканчивается мандат судьи. А мандат председателя в следующем году. То есть через год, да. Мандат председателя Конституционного суда, да, и маловероятно, что меня переизберут в эту должность. Которые уверены, что вас... Маловероятно, что меня снова назначат на эту должность. Судьей Конституционного суда. Да. А почему? Ну, потому что я выносил всегда, имел позицию, которая не нравилась власти. Если вы хотите... занимать два срока подряд, вы должны ничего не делать, чтобы власть вами была довольна. Кто же назначает судьи? Власть. Знаешь, нужно угождать. Вы знаете, вы говорите, что, скорее всего, не назначат, но вот не, ну, есть... Я в этом уверен. Скорее всего, это хорошо. Был такой... Принимается уточнение, но есть люди, которые уверены, что у вас амбиции на этом не заканчиваются, что вы человек очень амбициозный. Ну, я человек амбициозный, я не скрываю. Но я не собираюсь проявлять свои амбиции только в политической среде. Я могу их проявить, возвращаясь в адвокатуру. Вы не услышали даже вопроса. Уже сразу начали как-то так реагировать. Подождите, это адвокатская закалка. Всегда нужно отдавать отпор на какие-то даже вопросы. Даже не увидя врага? Нет, отпор не могу дать. Это вы сейчас делать. Надо давать, то есть не дослушаем вопроса. Понимаете? Я говорю, что есть люди, это нормальное сейчас утверждение было, есть люди, которые считают, что у вас есть амбиции. И даже которые... Амбиции какие? Дослушайте, пожалуйста. И появилась недавно информация не только со слов господина Усатова, который ее озвучил, что вы можете быть кандидатом на пост президента. Ну и вот недавно инсайдерская информация появилась, со стороны демократов, что рассматривали всерьез вашу кандидатуру. Если до всенародных выборов. По поводу Усатова слышал, а по поводу демократов первый раз от вас слышал. Не слышали, да? Но то, что Усатый сказал, я вам хочу одно сказать. Дело в том, что господин Усатый, я не знаю, чем я ему не угодил, но в последнее... Как не знаете? Он не может баллотироваться на пост президента из-за вашего решения. Нет, он и без нашего не мог, потому что норма та же осталась. Это все ерунда. Я хочу вам сказать, что в последнее... последнего года он назначал меня генеральным прокурором. Сказал, что у него источная информация, что буду генпрокурором. После этого он сказал, что я создаю политическую партию. Потом он сказал,
что меня назначит Демпартия президентом через парламент. И господина Гурина назначит Конституционный суд. Вы знаете, ничего из того, что он сказал, оказалось, что это все неправда. Неправда. И прокурорами не стал, и партию не создал, и в президенты не пошел. Поэтому я более... И не пойдете? В президента? Ну, для того, чтобы пойти в президенты, нужно иметь партию или деньги. У меня нет ни того, ни другого. Поэтому я не вижу, как это возможно. Это было просто глупостью. Поняла. То есть, в принципе, на сегодняшний день таких амбиций у вас нет, потому что вы понимаете, что необходимы для этого определенные условия. Таких амбиций у меня нет, но амбиции у меня есть. А какие? Амбиции? Да. Я всегда всю жизнь проявлял свои амбиции. Я когда был адвокатом, был амбициозным адвокатом. Так, это я, да. Если, это я, да. Если я что-то я пишу, помню, я вы пишу. Брались за процессы яркие. Если я что-то пишу, я пишу амбициозно, я всегда четко и ясно излагаю свою точку зрения. Ну вот хорошо, вот пройдет год, какие амбиции у вас? Какие будут? Амбиции? Ну, на самом деле, я хотел бы заняться профессорской деятельностью и исследованием. Вы хотели бы преподавать? Я преподаю сейчас в университете, и не только. У меня очень много публичных лекций по конституционному праву и другого плана. И я думаю, что то, что я накопил, тот опыт, я думаю... То есть хотели бы там продолжить? Ну, нужно все-таки каким-то образом поделиться тем, что ты знаешь и чего ты накопил в своей жизни. Я просто довольно быстро все прошел. Обычно такую карьеру, как я, люди проходят за всю жизнь, а я где-то в 43 года, я уже так все этапы... Я достиг, в принципе, вершины своих профессиональных, по крайней мере, амбиций. А политических, я думаю, что у меня их пока что сейчас ни в коей форме не существует. То есть здесь ключевое слово «пока что». Ну, я не знаю, что будет через 10 лет. Вы знаете, что будет? Мало вероятно. Нет, я не стану говорить, потому что я не знаю. Вообще, в нашей стране строить долгосрочные планы – это просто глупо. Поэтому лучше нужно строить планы на год, два, три вперед. Это и то очень относительно все в этой жизни. Да, это поэтому, правда. Поэтому... Я благодарю вас за эту беседу. Мне показалась она нужной. Я тоже так думаю. Я согласился, потому что меня вообще на русском языке никто не приглашает общаться. Только вы и Мария Левченко на другой канале. А больше никто не приглашает. И создается такое впечатление, что я говорю только для одной аудитории, а другая часть, которая, к сожалению, остается, ну, она полностью не покрыта. Нет, сегодня вас послушает и другая аудитория. Я не сомневаюсь, что они сделают выводы из того, что вы сказали. И составят свое собственное мнение. Да. Спасибо, что пришли. Приходите к нам. Я думаю, у нас будут темы для разговоров. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.